Без тепла могут остаться и жители Теплодара в Одесской области. Местные котельные угрожают отключить от газоснабжения за долги. Об этом сообщили в мэрии. Городские власти получили предупреждение от Одесской ТЭЦ о том, что 28 февраля Одессагаз прекратит подачу топлива, поскольку потребители задолжали более 4 миллионов гривен. Мэрия просит горожан заплатить за отопление, чтобы ТЭЦ смогла рассчитаться с облгазом.